Несколько десятков активистов и жителей, проживающих на Гагаринском плато, в очередной раз вышли на мирную акцию протеста против строительства новых многоэтажных жилых домов на этой территории. Акция была приурочена тому, что 5 февраля Государственная архитектурно-строительная инспекция в Киеве может дать разрешение на строительство 5 секций многоэтажного дома на Гагаринском плато, 3 из которых будут высотой в 25 этажей. По словам одесситов, согласно генплану, здесь изначально должны были построить школу и стадион. Однако городская власть разрешила строительство высотного комплекса. В знак протеста митингующие обклеили забор транспарантами, положили у входа использованные покрышки и зажгли фаеры. Напомню, местные жители в течение полугода протестуют. Они не хотят строительства новых домов вплотную к уже существующим. К тому же в этом районе недостаточно школ, садиков, парковочных мест и других элементов социальной инфраструктуры, которые были бы здесь гораздо уместнее. Плюс такая плотная застройка противоречит государственным нормам строительства и может привести к техногенной катастрофе. Грунт может не выдержать и здания рухнут.